Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы с вами, дорогие друзья, разберем крутейшую, известнейшую басовую партию, песню группы Ратм «Wake Up», песня, которая даже в фильме «Матрица» была представлена, по-моему, в первой части. Сегодня посмотрим, как ее играть, на чем она основана, особенности, сложности, легкости и так далее, посмотрим. Значит, начинается все со вступления, такое упражнение, которое Виктор Вуд нам обычно говорит, 16 ноты с паузами, но оно довольно... полезное и запоминающееся, въедливое такое вступление на 16-х нот, пульс с 16-ми, аккорд ре, 5-й лад, 3-я струна, тоника, и здесь играются 16-й с паузы. Ничего сложного, технически, и запоминается она довольно легко, потому что какие-то гениальные абсолютно интервалы, здесь мы о них сейчас поговорим, и очень въедливое, и даже, тут не надо даже считать, это все очень хорошо запоминается. Значит, простое упражнение на 16-й, которое нам Виктор Вутон говорил, 16-й с паузами. Ничего сложного. Тоника, аккорд ре. Далее у нас идет первый риф в этой песне. Это, так сказать, вообще данное произведение представляет из себя некий набор рифов, которые друг друга сменяются, чередуются и абсолютно даже не похожи друг на друга, как будто выдернуты из разных песен. Этот подход к аранжировке имеет место быть и в альтернативной рок-музыке, в метале постоянно, особенно в метале, очень часто используется. К нему относятся по-разному, я уже говорил, мне лично не особо нравится такой подход, я бы не стал такую музыку делать на рифах основанную, мне она не очень нравится, но... Опять же, это делает песню довольно запоминающейся, драйвовой, для каких-то вот эмоциональных концертов, там, где много народу, это очень хорошо качает, и это есть в этом, так сказать, смысл. Вот, эта песня, собственно, яркий представитель такого подхода, рифы, которые просто друг друга меняются, и которые абсолютно даже не похожи друг на друга. Используется только одна тональность. Значит, первый риф у нас играется через открытую ре. Вот у нас открытый ре, так как у нас тут дроп ре, мы, значит, опять же, не забываем, обращаем внимание, что песня в дропе ре у нас опущена на тон ниже, четвертая струна, это у нас получается ре. Здесь у нас мы играем, опять же, у нас аккорд ре через открытую четвертую струну. Далее у нас идет основная часть, куплет, где исполняется рэп-песня. Опять же, аккорд ре, вот она тоника на третьей струне, берем мизинцем и играем такой риф. Звучит он вот так, довольно несложный. То есть он, так сказать, технически никаких сложностей нет. Но здесь есть некоторые моменты, некоторые нюансы. Во-первых, здесь у нас проходящая нота, повышенная седьмая ступень. И здесь аккорд с пониженной, так сказать, на основе уменьшенного лада строится. То есть здесь пониженная седьмая, пониженная пятая. Она здесь постоянно возникает. Это пониженная пятая, соль диез. И на гитаре она играется в вступлении, там такой подтяжечки, такая вот фоновая подтяжка на вот этой соль диез, она придает это ре такой колорит такого уменьшенного аккорда, мрачного, такого эпичного, эпично-мрачного минора такого с пониженной пятой. С пониженной пятой, с повышенной седьмой, вот он, проходящая нота. Уменьшенный лад. Здесь, в общем, ре минор с уменьшенной, с пониженной пятой ступенью. Если построить звукоряд, он примерно будет так звучать. Таким вот образом, такой лад, это чередование тон-полтона, тон-полтона. В этой песне есть заполнение, которое всего их три, и в каждом куплете они играются разные. Их надо запомнить, потому что они ритмически отличаются, их надо в голове держать. Это очень крутая тренировка чувства ритма, потому что когда у тебя есть в песне три абсолютно разных заполнения, заливки, которые отличаются очень сильно ритмом, но на одну и ту же пульсацию, на один и тот же риф, это очень хорошо тренирует вот эту концентрацию, переходы. Значит, первое, в первом куплете у нас играется такое заполнение. Опять же, на полууменьшенном, пониженном пятый минор. Начинается у нас, я бы взял мизинцем, нота ре, тоника. И значит, начинается она со сплошных шестнадцатых. Вот так вот играется вот это заполнение. Я здесь рекомендую запоминать первые ноты. Я в своих старых видео еще говорил, что первые несколько нот они самые важные. Это основа, это скелет, скелет рифа, и этот скелет помогает зацепиться и запомнить этот риф. Вот именно первые ноты очень важны. То есть вы запоминаете, что начинается с 16-х. Далее играется хаммер. Вот такой вот. И перед хаммером, обычно перед хаммером, либо перед легатной, когда мы играем, такие штуки, играется акцент. Я рекомендую делать акцент.
вот таким вот образом. Во втором куплете играется второй вариант, вторая вариация вот этого вот заполнения играется по-другому ритмически. Те же ноты, но по-другому. Ну, таким вот образом. Наш аккорд ре, тоника ре и присутствует пониженная пятая. И далее у нас еще есть третий вариант заполнения здесь на аккорд ре. Играется через два хаммера. Опять же, мы запоминаем, что начинается с двух нот, с первых шестнадцатых с хаммерами. И опять же, рекомендую делать здесь с безымянным пальцем и мизинцем перед хаммером, перед вот этим вот легатным штрихом, мы делаем акцент. Вот таким вот образом играется третье заполнение. Ну и последний риф, который самый мощный, самый громкий, в конце, уже ближе к концу, кульминация. Мы играем через открытую ре. Опять же, у нас вот эти вот ноты. Вот это вот пониженная пятая ступень, но она здесь у нас берется на, соответственно, шестом ладу, четвертую струну. Но это та же, вот она, та же пониженная пятая. Вот этот аккорд минор с пониженной пятой, он всю песню нам делает вот это настроение, такое уменьшенное настроение. Значит, вот таким вот образом играется риф, хорошо очень для тренировки пальцев. Вот таким вот образом. Довольно залипательный риф. И опять же, играем через открытую ре. Выходим мы к этому рифу через начало нашего первого рифа. Здесь мы чередуем две ноты, открытую ре, и вот здесь у нас нота фа. Вот он. Вот и все, вот мы разобрали всю песню, все рифы, все составные части. Единственное, можно добавить, что тут есть такой слайд двойной, когда мы делаем подъезд к 17-му от 15-го лада и вниз слайд. Вот такой вот. Извлекаем в конце открытую ре, выходим на основной наш аккорд, на наш основной риф. Вот, тоже можно потренировать и взять себе в инструментарии музыкальных, так сказать, инструментов такой слайд. Вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, было видео полезно. Надеюсь, вы прокачались сегодня, узнали что-то новое. Потренируйтесь, будет повод, вдохновитесь, поиграйте что-то новое, какую-то разную музыку. В общем, все это расширение кругозора, репертуара, это все полезно, это все интересно. Поэтому обязательно не забывайте подписываться, ставить комментарии, свои предложения. Барабанщики, кстати, к вам могу обратиться. Можете мне присылать такие вот какие-то кавера свои, чисто барабанные, только в хорошем качестве. И, может быть, я что-нибудь вместе с вами сделаю, вместе с басом. Очень хорошие кавера, какие-то песни, тоже все это буду рассматривать. В общем, спасибо, что посмотрели, потратили свое время. Всем любовь, доброта, подписывайтесь, всем пока.